Всем привет, друзья! Ну что ж, впервые встречаемся в новом году, 23-м, так что всех еще раз с уже наступившим Новым годом. Всем нам удачи, мира и всего хорошего. И опять же встречаемся по нашему челленджу «Найди и раскрась» после трехнедельного перерыва. Для меня время пролетело очень быстро, и даже не верится, что неужели 3 недели прошло. Ну да, вот прошло. И сегодня посмотрим на все присланные работы по теме «Бабочка». Тема у нас выпала совсем не зимняя, совсем не сезонная, не новогодняя, а летняя. Ну, как мне было приятно окунуться немножко в лето, столько насмотрелась в Инстаграме на зимних работ, ну и в видео других девчонок, новогодние, рождественские, зимние работы, что как-то отвлечься и проскрашивать бабочек и полюбоваться на присланных бабочек, было вполне себе приятно. Все очень красочно, по-летнему красиво. Всего я получила 91 работу. Ну, в принципе, я и не ожидала меньше. Все-таки тема такая распространенная, разнообразная. И плюс 3 недели на раскрашивание. Ну, даже если исключить праздничные дни, да, то все равно времени было много. Самые разнообразные работы у нас присутствуют в галерее. Конечно же, наши постоянные художники-участники, так сказать, и Джоанна Бесфорд, Ханна Карлсон, есть работы от Керби, и Мария Тролли, из «Круга жизни» иллюстрации. Ну и есть такие авторы, которые довольно редко у нас встречаются. Грация Салва, Марджери Сарнат, Джулия Спири, Кен Мацуда. Ой, ну и, конечно же, много-много других. Тема такая, что можно найти огромное разнообразие, и поэтому, мне кажется, даже нет повторяющихся работ. Ну, может быть, одна-две, ну, даже не припомню. Что я раскрасила? Хотя времени вроде было достаточно, но я хотела до Нового года покончить со своими випами. У меня их 7 штук было. Правда, все не закончила, один остался. Но, тем не менее, я рада моему прогрессу. Поэтому вот на бабочек времени совсем, в принципе, не осталось. И я раскрасила одну иллюстрацию из вот этой раскраски Moon Blossoms Катрина Полон. Получила удовольствие от этой иллюстрации, от процесса. Ну, как, в принципе, как обычно, с этой книгой всегда я получаю удовольствие от нее. Здесь очень много бабочек, пожалуй, даже здесь их больше, чем в иллюстрации, которую я когда-то раскрашивала от Анастасии Колдыревой. Есть у нее одна картинка, где тоже много бабочек, но здесь их еще побольше. Ну и не сказать, что они все такие уж маленькие, вполне себе такой нормальный размерчик. Ну и несколько стрекоз есть. Вот так все ярко по-летнему у меня получилось. Вот такая девушка. Много всяких цветов, да, много деталей, поэтому вот платье у нее такое, это традиционное филиппинское платье. Вот это сверху, это как бы накидка, которая поверх платья одевается. Здесь в основном полихромосы, чуть-чуть есть лайтфастов, а фон это Уинзер Ньютон, такой красивый зеленый оттенок, называется Lush Green. Вот все немного отсвечивает, потому что карандашами раскрашено. Ну, в общем, я довольна и думаю, хоть иллюстрация одна, но зато на ней очень много бабочек и не таких мелких. Кстати, в нашей галерее будут бабочки и такие большие на всю страницу, и вот такие средние, ну и совсем маленькие, где, возможно, вы даже не успеете их заметить во время просмотра видео, но все-таки постарайтесь.
Ну, вот такая была моя иллюстрация. Давайте же теперь посмотрим на всю эту нашу красочную летнюю красоту с бабочками. Поехали! Thank you.
такой была наша галерея по теме «Бабочка». Я надеюсь, вы насладились этой галереей, немножко окунулись в лето для разнообразия среди зимы, да, и посреди раскрашивания зимних иллюстраций. Ну что ж, теперь давайте узнаем новую тему на предстоящую неделю. Возвращаемся к обычному режиму, да, недельному. У нас будет одна неделя, как обычно, на раскрашивание очередной иллюстрации или иллюстрации. Ну и давайте же узнаем, что это будет за тема. Ну что же, опять у нас выпала не зимняя тема, я, в принципе, и довольна. Ну и не совсем летняя, а скорее тропическая, да, попугаи. Опять же, красочная, потому что попугаи, как и бабочки, они очень разных расцветок, они всегда яркие, какие-то пестрые, красивые. Так что, ну вот опять посреди зимы будем раскрашивать что-то красочное, я рада. Какие ассоциации у меня с попугаем? Ну, разве что пираты, первое, что приходит на ум, да, какой-нибудь такой жесткий пират с бородой и с попугаем на плече. Наверное, есть фантазии, да, по-моему, там пират с попугаем. У Керби наверняка есть попугаи. Ну, думаю, можно много где найти. И в раскрасках по природе, конечно же. Думаю, это несложная тема. Ну, разве что самих попугаев постараться раскрасить пореалистичнее. Так что отправляюсь на поиски и увидимся через секунду. Ну что ж, друзья, не заняло у меня много времени отыскать подходящие иллюстрации по теме попугай. Ну, как-то уже примерно знаешь, где искать, да. Покажу вам сначала иллюстрацию, которую у меня раскрашенный попугай. И это, наверное, самые крупные попугаи, которых я до сих пор раскрашивала. Вот эта картинка от Джаны Бесфорд «Магические джунгли». Я как-то избегала, наверное, раскрашивать крупных попугаев. Наверное, время пришло, да, попробовать какого-то более серьезного раскрасить, хотя и немного боязно, да, более реалистичного попугая раскрасить. Много времени потребуется, да, вот сам себя так уговариваешь. Ну, в этой раскраске, конечно же, есть и много других картинок с попугаями, ну, вот они более мелкие в основном все, но вот на этом развороте такие более крупненькие попугайчики. Если вот кому-то понравится, есть такой разворотик. У Керби в «Хрупком мире», по-моему, в его ранних раскрасках тоже есть иллюстрации с попугаями, но вот в этой вот такой разворот тоже здесь очень реалистичные попугаи, крупные такие, да, тоже такая вот иллюстрация, которая потребует времени. «Удивительный мир животных», здесь попроще попугайчики, ну, чуть-чуть, они чуть-чуть поменьше, наверное, но их здесь много, прям вот сколько. «Красный ара» написано, можно прогуглить, посмотреть, как они выглядят в реальности, да. Следующий «Круг жизни», тоже довольно крупненькие попугайчики. Вот такая красивая иллюстрация. Пока что вот у нас, да, картинки идут, попугайчики сами по себе, да. И тут же автор «Природные мандалы». А, здесь, ну, здесь вот они небольшие такие. Туканы, здесь фламинго и вот попугай. Вот такой вот. Красивая мандала, если раскрасить, получится.
Ну, здесь парочка идет иллюстраций теперь, где попугай с пиратами. И первая раскраска «Проклятый пиратка». И вот такая вот картиночка. Такая девушка с такой вот прической. Ну и вот пират, попугай у нее на плече. В принципе, здесь не так много раскрашивать. Попытаюсь сначала какую-нибудь другую картинку раскрасить. Если будет время, наверняка тогда эту еще раскрашу, потому что здесь, ну, не так много. Фантазия, да, вот эту иллюстрацию я помнила. Ну и вот так, этот известный пират, тоже очень многие его раскрасили. Попугай здесь довольно крупный, реалистичный. Ну вот, может быть, из-за этого я так никогда и не взяла за эту иллюстрацию. Этот попугай меня немного смущает. Дальше идут две раскраски от Анастасии Колтеревой «Ноктюрны». Ну, тоже довольно известная иллюстрация. Вот эта вот пиратка. И тоже тут, ну, тут все реалистичное такое, да, красивое. Вот. И вторая от Анастасии, это Blackbird Song. Здесь у меня всего одна иллюстрация раскрашена до сих пор, поэтому думаю, может быть, здесь раскрасить. Но иллюстрация меня тоже несколько пугает. Очень крупный попугай, посмотрите на него прям вот. Ну и девушка еще, да, головной убор такой, вот еще фон как-то надо придумать. Я в этом году хочу вот какие-то конкретные раскраски более продвигать, да, чаще в них раскрашивать. Но за исключением Moon Blossoms раскраски я еще как-то не могу определиться, какие же мне выбрать, чтобы их больше продвигать. Ну, возможно, вот раскраски от Анастасии. Ну, уверена, что вы найдете тоже какие-то симпатичные, интересные иллюстрации по этой теме «Попугай». И через неделю полюбуемся на всю эту красочность и красоту. Ну а на сегодня все. До следующего раза. Пока!